Прошлое не утеряно. Оно живет в нас. В нашей ДНК зашифрованы знания и опыт предков. После 30 лет исследований нашим инженерам удалось создать новейший биотехнологический интерфейс. Мы дали людям возможность взглянуть на жизнь глазами своих предков, открыли окно в прошлое. Вас ждут незабываемые впечатления. Просто нажмите кнопку, и вы увидите важнейшие моменты истории. Не выходя из дома. Добро пожаловать в Хеликс. Прошлое в ваших руках. Последний из великих рыцарей храма, Жак де Муле, был гением, которого предали те, кому он доверял. Друг храма. Флорак, совет не меняет своих решений. Лучше уходи. Я должен видеть магистра. Он на молитве, как и все. Может быть, в другой раз. Король Филипп не согласен. Проклятье! Тебе следовало бы гнить в камере, как только тебе... Предали! Клинки наголо! Защитим храм! Нет, брат, постой. У тебя будет другая задача. Иди за мной. Филипп решительнее, чем мы думали. Очевидно, за ним кто-то стоит. Папа? Ассасины. Ассасины? Я думал, монгольские ханы давно сокрушили их. Ассасины много древнее, чем Масиаб, мой друг. Их анархический бред не опаснее чумы. А лечить их намного труднее. Сегодня нам не победить. Поторопись, и мы спасем орден. Беги к башне. Возьми меч и книгу, спрячь их. Они не должны попасть ассасинам в руки. Магистр, я не... Скорей!
башня. Они прорвались туда, забрали. Папа Климент, запомни, еще до Рождества ты ответишь перед Господом за все преступления. И ты, король Филипп, любая кара меркнет перед тем великим злом, что ты причинил ордену. Будьте вы прокляты, и проклят ваш род до 13-го колена. Вы все теперь прокляты. Так, сгорев в огне голода и гнева, трагически кончился век истинной мудрости. Рыцари храма, некогда гордых пастырей порядка, мира и знания, больше не было. Да, запускай снифер. Если Абстерг засекут, вытащи. Ладно. Есть контакт. Привет. Нужно многое объяснить, так что вкратце. Я епископ. Конечно, это позывной, но пока и этого хватит. Слушай внимательно. Абстерго использует тебя. Ты помогаешь им извлечь ценные данные из генетической памяти. Абстерго уже сумела внедриться в сферы корпораций, правительств, СМИ, НКО. А теперь они хотят подчинить саму историю. Что тебе не страшно? Зря. Но их можно остановить, если ты поможешь. Декан, загружай нам ген AD16, B13, I87. Да, подцепляю.
Неделю назад мы получили доступ к базе разрозненных воспоминаний на серверах Абстерго Хеликс. Пока что мы покажем тебе небольшой фрагмент, чтобы ты понял суть нашей борьбы. Ну а потом сам решай, как поступить дальше. Мы ждем. Арно. Можно мне с тобой, отец? Мужайся, сын мой. Жди меня здесь. Я вернусь, когда эта стрелка укажет наверх. Так долго ждать? И вовсе недолго. А когда вернусь, посмотрим на фейерверк. Да, Арно. Не любопытствуй, м? Да, отец. Не украдешь. Вор! А ну положи! Эти яблоки для его высочества, а не для таких, как ты. Черт! Что такое? Знаешь, как наказывают за кражу? Что случилось? Попался! Убери! Живо! Какие у них были глупые лица. Я Арно. Элиза. Я пришел сюда с отцом. Я тоже. У него важное дело к королю. А что делать теперь? Шш. Слушай. Не бойся, они нас ни за что не найдут. Это я виноват. Это я взял яблоко. Пойдем за ними. Так их не догнать. Франклин, я искренне надеюсь, что этот случай не опозорит наш народ в ваших глазах. Месье, ежели судить народы по их преступникам, Лиза. Отец? То все мы обычные. Иди сюда, живо. Отец! Thank you.
Пойдем, мальчик. Арно. Арно. Тихо. Выиграть по-честному, ты решил сделаться воришкой? Спокойно, я пришел забрать часы. Они мои. Я выиграл. Будь мир справедлив, я бы согласился, но такое дело, это Франция. Я убью тебя. Осторожней, поранишься еще. Я просто болтал с твоим братом. Дюго, быстро зови стражу. Погодите. Дьявол. Сейчас я, Виктор. Он их не получит. Ха. О, простите. Простите, мадам. Прочь, дороги! Не мешай! Господа, прошу, мы можем найти общий язык. Простите его, тот еще невежда. Зачем тебе часы? Ты же считать не умеешь. Скажи мне это в лицо! А, нет. А ну, стой! Держи его! Держи вора! Я приломлю себе честь! А, ну да. Мудрые признают свое поражение. Вижу его! Еще теплый. И где, скажи мне, тебя носит? Ха! Теперь попался, мерзавец! Просто недоразумение, не о чем. Ваш хозяин пригрел преступника. Он среди бела дня ограбил мой дом и украл часы. Неужели? Ну что ж, думаю, полиция вполне охотно разберется с этим. С чем, Оливье? Юношу обвиняют в серьезном проступке. Он обокрал нас. Ха. Обокрал вас? Подожди в библиотеке. И не надо так смотреть. Виктор передергивает в карты, это все знают. Арно, с кем говоришь? Ни с кем, месье. Я убедил Оливье не вмешивать в произошедшие власти.
Опять. Благодарю, месье. Это который? Шестой раз? Седьмой? Выбрал бы ты лучше иной вид досуга. Ну, игра в карты позволяет мне бывать на свежем воздухе и тренироваться. Обсудим это позже. У меня дела в городе, но сперва мне нужно забрать Элизу. Элиза здесь? На одну ночь. Утром она вернется в Париж. Ей нужен спутник, раз уж вы так сильно заняты. И от одного из вас хватает хлопот. Может быть, Оливье найдет тебе поручение? Наверняка. Что-что? Кланяйтесь Элизе. Тебя еще не вышвырнули? А тебе было бы так жаль, да? Прямо до слез. Оливье, если бы не я, кто бы делал твою работу? Лошадей нужно почистить. Вперед. Конечно, месье. О, боже мой! В чем дело, друг мой? Письмо Делассеру, срочное! Успокойтесь, Перро. Если вы упадете без сил, месье Делассер письма не получит. Дайте, я догоню его. Надо отдать сегодня, это очень... Очень важно, я прекрасно все понял. Я передам письмо. Месье Делассер, стойте! Подождите! Месье Делассер! Обознался. Простите. Хорошо бы взглянуть на все с высоты.
Так вот вы где. Скоро я с этим разберусь. Убирайся! Что за черт происходит? Это никакие ворота! Назад! Простую задачу! В очередь. Замолкли, отошли, ясно? Ну-ка, не здесь! Ушел! Хватит! Прочь отсюда! Живо! Тебе что? Скоро я с этим разберусь. Отойди или череп раскрою! Какого? Le fada, les vaillances de la cour, nous cherchons des sens sur la prison.
Со времени последнего созыва генерального штаба прошло много времени. Хотя обычай собирать их представителей, казалось, отошел в небытие, я не колеблюсь, принял решение возобновить традицию. Он что, все еще говорит? Государство может почерпнуть новые силы, а народ обрести новые источники. Да куда они делись? Государственный дух уже весьма внушительный при моем вступлении на престол. Сиделье неизбежно привело к увеличению налогов, каковые, увы, оказались многим непосильны из-за несправедливого... ...массовое беспокойство, наряду с неоправданным желанием перемен, завладели умами. Как думаете, долго он еще? Исправить положение можно лишь совместно. Чему должны помочь? Наконец! Ваша умеренность и мудрость. Снова они. Наверное, шли за мной от поместья. Именно с уверенностью, что вы на этом способны, господа, я и собрал вас здесь сегодня. Мои чаяния уже оправдались, когда первый бас... Так, кто же придет на его место? Еще король? Совет способных людей? В этом весь вопрос, верно? Итак, мир. И о чем это они? Тихо! А нельзя ли как-нибудь обойтись без насилия? Врежь ему, Гюго! Но, видимо, нет. Давай, Гюго! Полегче, приятель! Что ты способен? Отдай часы! Не везет тебе сегодня, да, Виктор? Давай тебе! Удачи, господа! Эй, ты! Стой! Ты что делаешь? Бегу!
qu'il perdit l'esprit. Добрый вечер, Оливье. Месье де Лассер дома? Господин де Лассер, сегодня будет поздно. Ясно. Значит, пока что поговорю с Элизой. Очень в этом сомневаюсь. Мадмуазель сейчас на званом вечере, в ее честь. А во дворце? Званый вечер? Меня не позвали. Да, и лошадей тоже. Уверен, Элиза просто забыла. Ну да ничего. Так, а поздно это когда? Через час или через три, или, может, завтра. Я не задаю лишних вопросов господам. Что ж, подожду здесь. Мемуары господина Д'Артаньяна. Это Элиза. Может подсунуть под дверь? Он увидит письмо, как вернется. Ну вот, письмо на месте. Пусть и поздновато. А теперь во дворец. Фу, в таких лохмотьях и в канаву стыдно. Не то что на бал. Постой, друг мой. Дай-ка я отнесу. О, спасибо, юноша. Максимилиан Робеспьер. Один. Арно. Шевалье из Телемы. Ваше приглашение. Ах да, оно у меня было, но по пути... Без приглашения не велено пускать. Отойдите. Следующий. Шар Габриэль Севя. Два гостя. Следующий. Какая толпа, да уж. Прошу сюда, мадам и месье. А еще медленнее можно? Терпение, дорогая. Без этого не избавиться от чего. Прошу, проходите. Тогда ненадолго, просто из вежливости. Я устала. Конечно. Народ уже хватается за руку. Уже у них тут прием. А в честь чего нынче прием? Не знаю. Какая-то там церемония для дочки месье де Лассера.
Проваливай! Народ уже хватается за оружие, а у них тут приемы. А в честь чего нынче прием? Не знаю. Какая-то там церемония для дочки месье Телосера. Странно. Ты такой же бань... Уходи! Стой! А ну, вниз! А вы меня тогда впустите? Что? Конечно, нет! Тогда, раз уж вам все равно, я останусь здесь. Ты! Слезай! Конечно. Сегодня удался. Я и не припомню, когда мы так собирались все вместе. Вероятно, во время... Потанцуйте со мной, красавчик. Спасибо. В другой раз.
Молчали сегодня с полковником. Видели, как она одета? Чего вы ждете? Она же дикарка. Я не позволю оставить меня в дураках. Говорят, она играет в карты ночью напролет. Каких только бабок. Она совсем не меняется. Кажется, этот переполох из-за тебя. Ну что сказать? Твое пагубное влияние. Ну да, подстать твоему. На тебе костюм моего отца? А на тебе платье? Не начинай. В нем и пошевелиться уже подвиг. Что ж, значит, нашелся какой-то веский повод? Да нет же. Если честно, сплошь формальности и чванства. Ужасно. Раз не приглашаешь на прием и меня, страдай. Я пыталась, но отец был против. Отец? А ну, откройте! Кто там? Беги, я отвлеку их. Что? Ты меня гонишь? Все. Не так просто. Объясню позже, а пока удирай. Ну нет, второй раз, как тогда в саду, у тебя не выйдет. Прекрати ребячество. В этот раз сторожевых собак нет. Беги. Боже, так это вовсе не бильярдная, верно? И мог бы так, но нет. Просто глупо. Никого тут нет. Опять блевоту богачей с башмаков оттирать. Что с вами? Слишком много шампанского? Месье! Месье де Лассер! Месье де Лассер! Север, уходи! Стража! Сюда! Убийство! О, Боже! Он убил месье де Лассера!
Нет, это не я. Нож был у Дамьена. Нет, прошу вас. Галлия изначально была разделена на три части. Нас сейчас убьют! О, Господи, смилуйся! Они перебьют всех пленников! Умолкни уже, ненормальный! Где я? В аду. Располагайся. На что уставился, щенок? Такие люди, которые добровольно идут на смерть, чем такие, которые терпеливо переносят боль. Ты где это взял, щенок? Не надо так шутить. Дай сюда! Ну, забирай. Если сможешь. Повезло тебе, щенок. А защищаться ты умеешь? Да убиваться за какое-то старье! Конечно, кому как не тебе разбираться в старье! А ну, повтори! Я уже все сказал, старик! $10 на старика. Прежнему! Давай! Мои часы. И рисуй себе дальше, старый пень. Рисуй? Тут, там, везде. Я про твои каракули по всем стенам. А где? А ну идем, щенок. Убери от меня руки. Смотри сюда. Ты чего? Вглядись. А ну, вглядись. Что это?
послания прошлого. Я облазил половину тюрем в Париже, чтобы найти их. Как тебя звать? Арно. Арно Виктор Дориан. Дориан. Да. Я Пьер Белек. Друг Шарля. Ну, конечно. Убит в Версале. Когда? 76-й? Кажется, в декабре. Без свидетелей. Откуда? Твой отец был ассасином. Свобода. Он отдал жизнь за свободу. Держись рядом. Если доживешь, вступишь в братство. Почтишь память отца. Все это невероятно увлекательно, не сомневаюсь. Но мне не до того. Мне срочно надо найти Элизу. И ты хочешь искать ее здесь? Что там творится? Народ бунтует. Гляди в оба. Возможно, нам удастся сбежать. Пушки палят. Для нас гром канонады предвестник свободы. Никого не выпускай. Не отставай. Или ты решил гнить тут? Эй, вы живо лицом к стене. По какому праву? Говори уже не к добру это. Тихо! Стоять! Эй, вы живо лицом к стене. Thank you.
сюда! Огонь, черт вас дери! Остановить пленника! Спустись! Я буду бежать! По камеру! А ну, стоять! Давайте, сбежать нельзя! Стоять на месте! Стоять! Оружие! Щенок, пора вниз. Что? Совсем из ума в тюрьме вышел, старик? Нет, я его пропил и давно. Живо сюда! Не могу, это невозможно! Невозможно! Это вызов любому ассасину! Когда поджилки не будут трястись, приходи! Пригодишься! Прощай, щенок! Ты, отойди от края! Черт! Элиза? Холодный прием. Нужно быть начеку. Особенно сейчас. Элиза, я... Вот как ты отплатил отцу за доброту. Элиза, прошу. Я не убивал месье де Лассера. Твой отец был не тем, кем хотел казаться. Да и мой отец тоже. Я прекрасно знаю, кем был мой отец. И кем был твой? Наверное, это судьба. Ты ассасин. Я тамплиер. Ты? Ты удивлен? Отец хотел, чтобы я шла по его стопам. Теперь мне осталась лишь месть. Клянусь, я не виновен в его смерти. Это не так. Нет. Нет! Жизнью клянусь, это не я! Это... Письмо, адресованное отцу в день его смерти. Читай. Магистр де Лассер, мои люди сообщили, что в нашем ордене против вас зреет заговор. Прошу вас, не теряйте бдительности на посвящении. Не верьте никому. Даже тем, кого считаете друзьями. Да хранит вас отец понимания. Эл. Нашла на полу в кабинете отца. Нераскрытым.
Я не знал. И отец тоже. Откуда мне было знать? Уйди. Прошу. Что это такое, черт побери?